музеи играют огромную роль в нашей жизни, если не самую первую. Музей – самое демократичное учреждение и культуры вообще, потому что музей есть для всех уровней людей, от неграмотного до очень грамотного, есть что сказать и рассказать. А музеи сохраняют память и навязывают нам память, это то, что отличает человека от животного, от человека от растения, национальную память, человеческую память. И эту память мы, музеи, преобразуют в некий диалог культур. Потому что память может быть основой ненависти друг к другу, как часто бывает. Но музеи воспитывают посетителя. Посетитель музеям нужен, но посетитель только часть того, для чего существует музей. Музей не для того, чтобы развлекать. Музей для того, чтобы учить, но для того, чтобы учить, он должен собрать, изучить, препарировать, создать тот продукт, который потом воспитывает из людей, в общем, людей, скажем так. А у музеев есть одна особенность, мы говорим на очень многих языках. Вообще музей – это пристанище муз, это храм муз, муз их много. И музеи время от времени вдруг их всех к себе привечают. Бывают такие периоды, сейчас он именно такой. Все музы у нас есть, и все театральные варианты, и музыка у нас присутствует в большом количестве, потому что музыка и искусство, они переливаются на самом деле друг в друга, и партитура композитора может быть также красиво, я не просто так говорю, мы делали выставку партитур Пендерецкого, также красиво, а картину можно воспринимать, представляя ту музыку, которая могла бы звучать здесь, а музыку можно представлять всегда через картины. То есть есть много разных таких способов почти утилитарного использования музыки для того, чтобы получать больше удовольствия от общения с искусством. Не говоря о том, что музыка – это просто та часть того мира художественного, в котором мы живем и который должен все время присутствовать над нашим миром бытовым, который не всегда бывает хороший. Мир искусства всегда хорош. Музей замечательно общается с разными средствами информации людей, есть там телевидение, все совершенно замечательно, это радио и радиомузыкальное. Вот есть радио «Орфей», с которым у нас есть особая программа, которая как раз и пытается, и, по-моему, удачно вот преобразовать образы художественные через слово в музыку, через музыку, потом в слово и художественный образ. Это программа, которую мы делаем, по-моему, получилась, и на самом деле это очень современно, это кажется. Ну, что это очень современно, вот это радио, освещение звуковое, перевод художественных предметов, вот еще в язык музыки. Он в каждую эпоху совершенно разный, поэтому когда-то переводили и были мусорские картинки с выставки, а сейчас совсем другие выставки, другие картинки и другая музыка.